Да блин, так сразу, чувак, так нечестно. Сука, на, по хребту, блядь. Достал. Ай-я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 й
Сука, поймал. И никак уже не уйти от этого удара. 45 хпшки, блядь, снял. На! Ой, я что-то не попал. Сука, пизда тебе. Пизда, реки. Я тебе отвечаю, сука. Да уйди ты, заколебешь. Да ты издеваешься сейчас или да, блядь? Вот это сейчас прикол был, все, мне пиздец, он завалит. Вот это сейчас было классно, мне понравилось. Вот это было супер, вот это было красиво, блядь. Чувак просто тупо одну и ту же комбинацию передо мной, которая засасывает, делает, и все, и сделал просто захват. Охерительный просто расклад, блядь. Заебца, брат, было, просто заебца, просто четненько было. Красиво. Спасибо. Да, блядь, ты издеваешься нахер, я даже не успею, да. Я даже не успеваю, короче, отойти, он уже меня это. Да пошел ты нахуй. Блядь, прыгать не нужно. Да я прыгаю. Поймал таки, сука. Пидорасина. Прикольно, блин. Класс, просто класс. И так ему четко везет, он сразу делает вот эту штуку, которая засасывает, и сразу же руку после этого делает. То есть я не успеваю от него убежать никак. Хорошо, будем держаться на расстоянии от него. Давай. Падла. Он просто что, до хрена... Ему классно тем, что он просто до хрена урона сносит, и все, за один удар. Я-то мало сношу. А он до хера сносит. Не достал. Сука, думаешь, я уже не знаю, что ты будешь делать, падла? Я знаю, что ты, пидор, будешь делать. Давай, раз. И рука. А чё ты так далеко? Я аж далеко.
На, сука! На, тварь! Сычара гребаный, блин. Почти он меня не удар. Это ничто. Я не проиграю. Я исполню свой долг. И ржет, блин. Это не конец. Конец. Меня не победить. Чепуха. Я буду драться, пока не исполню свой долг. Чё ты ржёшь-то? Хотя бы. Так как ты привязан к своему долгу, ты не победишь меня. Что? Ты и твои люди бились потому, что верили, что это ваш долг. Я нет. Что значит нет? Ты сказал мне в книге космоса, что спасти Клэр твой долг. Вот во что я верил. Но больше нет. Это не долг. Я не пытаюсь спасти Клэр, потому что кто-то сказал мне. Нет. Это что-то другое. Это моя воля. Это воля, которая идет от сердца. Мной не управляет какой-то долг. Так как у меня есть воля, я могу делать, что захочу. Я выиграю. Ты уверен, что ты слуга Веллина? Я нет. Мне все равно, что он создал меня. Я буду жить по-своему. Я не хочу кончить, как ты. Спасешь, да? Эх. Я бился, чтобы исполнить долг. Ты боролся сам по себе. Ты победил. Не может быть. Я всем пожертвовал ради Веллина. Жизнью, именем. Я уверен, что я был прав. Теперь ты доказал обратное. Может, убив Клэр, я стал слабее? Я что, говорит... Что говорит твоя воля? Как иронично. Если бы мой камень жизни работал, я не пришел бы за тобой 3 года назад. Тогда она не умерла бы, и ты оставался бы в покое. Без твоей воли ты не победил бы меня. Нет, если бы я сломал печать, мы, может, больше не встретились. Если бы я только не был дефектным. Зачем Веллин создал меня? Если бы я только не был плохим. Если бы я бросил свой долг. Тогда я вскоре понял бы. Я дурак. Рю, зачем я живу на этом свете? Ну, как бы, чувак, зачем ты живешь на этом? Тут вопрос ко всем жителям планеты, нахуя они здесь живут. То есть не только к тебе, блин, тут ко всем абсолютно. И никто не знает ответа на этот вопрос, я тебе тоже не скажу. Уже не живешь. Клэр, я уже близко. Если вдруг серия оборвалась на каком-то половинке, значит, я ее обрезал на 2 части. То у меня бывает такое. Ну, я кто ее знает, насколько здесь еще осталось. Дюпризм. Наконец. А, это кто говорит сейчас? Этот? Наконец мой сын прибыл. Кто это? Ты Веллин? Да, величайший Айон всех времен. Удостаиваю тебя чести моего бытия. Ты преодолел много испытаний, чтобы попасть сюда. Даю тебе вечную преданность. Я думал, что в ловушке в другом измерении... А. Я был воскрешен, когда сломали печать на руинах у озера. Однако... ее воскрешение не закончено. Свое, наверное. Смотри. Там нет тела. Моего тела нет. Остался только мой дух.
Я ждал тебя по этой причине. Ты исполнил свой долг. Мне наплевать на свой долг. Я хочу, чтобы вернулась Клэйр. Фэлин? Пожалуйста, верни Клэйр к жизни. Я пришел сюда только поэтому. Если она вернется, я ничего не буду тебе желать. Ее дух покоится тут. Это все? Я исполню твое желание. Однако я не могу использовать Дюприн без тела. Ты должен помочь мне оживить ее. Да, все что угодно. Но что я могу? Рю, камень жизни в твоем лбу — это фрагмент Дюприсма. Молись, сын мой, твое желание пробудит Дюприсм. У тебя есть сила управлять сильнейшим реликтом Аэонов. Хорошо. Молись. Дюприсм исполнит твое желание. Клэйр! Клэйр! Побеханоша! Это, наверное, сон. Я не могу поверить, не думал, что смогу увидеть тебя. Великолепно. Мой Дюприсм объединил силы природы и создал новую жизнь. Тело собрано из чистейших элементов. Это хорошо. Вэлин? Вэлин, где ты? Наконец мой дух нашел обитель. А? В смысле? Ха-ха-ха-ха-ха! Наебал! Ну да, сейчас буду я в тебя пихать, конечно. Клэйр, что происходит? Ти-ти-ти-ти. Мое время пришло. Воскрешение. Наконец. А? Вообще, блин, по приколу. Нет. Ты Вэлин? Ты Вэлин, да. Да, теперь это мое тело. Ты Тили Бабы? Чувак, ты нормально выбрал, да? Радуйся, сын мой. Дюприсм ответил на твои молитвы. Воскресив женщин, ты спас и меня, женщину. Рю, ты полностью исполнил долг. Мой долг? Да, твой долг был не просто оживить меня. Дюприсм — это сущность жизни и силы. Его нельзя использовать без физического тела. Чтобы управлять небесами и землей, мне нужно новое тело для Дюприсма. Я создал тебя по этой причине — сломать печать и обеспечить меня телом. Это был твой долг — восстановить мою физическую жизнь. Зачем ты выбрал Клэйр? Зачем ты не использовал? Ее использовал, наверное. Следи за своим тоном, сын мой. Я ожидаю только благодарность за исполнение твоего жалкого желания. Да пошел ты нахер! По, да пошел ты! Вот действительно, там немножко не дописали. Хе-хе-хе. Мой дух и тело идеально подходят друг к другу. Да, за сиськи будешь себя мазать. Наконец я порадуюсь своему Дюприсму. Выйди из Клэйр! Что? Ты злая сволочь! Верни Клэйр! Я пришел сюда за Клэйр! Я сражался не ради этого! Как ты смеешь так говорить? Я создал тебя, у тебя нет ни на что прав, ты существуешь для меня! Нет, пошел ты нахер! Моя воля привела... Хватит! Опять! Это последнее предупреждение! Ты всего лишь мой раб, вот и все. Я не твой раб. Жалкая кукла. Я не стану терпеть тебя. Утренняя роса, стань чего-то там. Вечерняя роса, да бэ! Сломанные куклы должны быть очищены и уничтожены в клочья. Я уничтожу твое тело и волю.
Но это еще не конец. Ни за что. Я не изменю своей воли. Что делать? Так нормально? Ты куда потопал, блядь? Что делаешь? Отхилил, сука. А меня-то нет. Ни хера себе, да это нереально. А как тут это, слышишь, сработать? Вот эту хуйню как-то надо завалить. Что мне хпшку сносит? Сука, еще один. А как это работает? Да это подожди, я понял, все окей. А хорошо, а как его завалить-то, если он его будет хилить постоянно? Блять, еще не думал, что с этим Валином будем драться. Стой, сука. Пидорас. Ну ладно, хилка с него падает, но он... Блин, ты будешь нормально его ударить, вот эту штуку? Догоняй. Жать, сука! Да стой ты, падла, блядь! Быстрее, 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 быстрее! Да, блядь, подлец ты грёбаный! Сука. И долго ты так будешь делать, блядь? Идиотины кусок. Сдохни уже, тварь. Похер, короче, нахер от это все. Утренняя роса уничтожена. Ах. Что?
Что, еще у тебя какая-то роса есть? Может быть, дневная? Мой дух уходит. Клэр! Да иди ты нахер, блядь! Проклятие. Тело человека не принимает мой дух. Мне нужно тело куклы. Да пошел ты нахер, слышь? Я отпущу это тело и возьму твое. Тебе не управлять мной, нет. Ты мой раб, ты подчинишься мне. Гизмо, Гия, Гиас. Опять тоже заклинания гребаны. Это магия. Рожденному из росы я повелеваю. Прими свою судьбу и опечатай силы свои. Ах, сука! Это заклинание подчинения кукол. Ты не сломаешь его. Рю, это твой конец. Ты дурак, разбросил мне вызов. Ты будешь моим рабом до самого конца. Нет! Я не проиграю! Во-вторых, тебя больше не будет. Считай это честью стать моей новой плотью. Гизмогиагиос! Что? Кто смеет? А, это кто-то не... А, это этот! Рожденному из росы я повелеваю, прими свою судьбу и... освободи свои силы. Это тут как оказался. Он же сдох. Рюциан, ты вызываешь меня? Что ты делаешь? Это все, что есть у тебя? Это бессмысленно. Он не сломает моей магии. Покажи ему свои силы. Рю, у тебя есть сила побить его. Где же твоя воля? Твоя воля все преодолеет. Умри! Хьяха-бьяха! М? Нет! Как могла кукла? Херак! А, сука! Жалкий! Я твой создатель! Мой дух, он ломается. Я увядаю. Нет, я величайший Аэон. Меня не может победить простая кукла. Не может! Увы, у меня нет выбора. Это не моя форма, мне нужна новая. Мой дюпризм даст мне новую форму. Дюпризм — это свет всего мира. Этим дюпризмом я стану светом всего мира. Я стану великим этим дюпризмом. Ну и чё, расхерачь его. Как ты? Ты сделал это. Я знал, что твоя воля сломает чары Велина. Твоя воля освободила нас от проклятия. Зачем ты помог мне? Потому что ты мой... Прощай, Рю. Брат. Брат, спасибо, Рю. Лучшее, что я слышал за сотню лет. Нет. Я возражусь. Я стану светом всего мира. Да ты уже это говорил. Ярким светом очищения всей жизни. Я стану богом. Йогам, блять, еще не конец. А, да ладно, что это за говно? Как его бить-то? Не перди, блять. А ничего, что я увернуться не могу от тебя, нет? Это законно? О, нормально схватил меня. А я его еще, кстати, ни разу не ударил. И что, как его бить? А как его бить-то? Я что-то
здесь это, типа, как бы бью его, но нихера не бьется. Как его бить-то, алло? Что за прикол? Что за прикол? А как его ударить-то? А чё, как его ударить-то? Я не могу, у него даже жизни я ни разу не отнял. Ни разу. Я сколько его бил, там что-то нихера не бьется. А чё, как бить-то? Чё за, блядь, прикол? Так, нужно тут сохраниться, потому что мало ли я все просру, и нечем будет бить 12. У меня там немножко есть монет. Но я не понял, как его бить, у него нету зазора. Вот это вот чё, вот это вот чё, вот это вот чё. У меня же блока нету от этого. Пол хпшки сразу снял. Чё убить, блядь? Как вот от этого увернуться-то? А у него не сносится хпшка. У него не сносится хпшка, смотри. Так, а у него не сносится хпшка. Что делать. У него не сносится хпшка, у него сносится хпшка только после того, как он перпердит вот этой штукой, но при этом она у меня сносит пол хпшки, чухини. И как его бить-то теперь? Чё за, блядь, приколы? Чё за, блядь, прикол? Как его бить-то, алё? Чё за нахер, блядь? Это вообще нормально сейчас? Но я считаю, что как бы нет. Ну да, его только после этого удара можно ударить. Так он мне сносит больше пол хпшки. За один вот этот присед, блядь, его. У меня же блока нету. И, блядь, есть, серьезно? Мне оказывается есть блок. А я откуда знал? Нормально. Нормально. Почему бы, собственно, и нет, блядь? Да, блядь! Как ты, сука, попадаешь-то, тварь? Ну и говна кусок. Ну что ты за мной летаешь? Блядь, хилку пропустил. Нужно хилку искать. Да, блядь, она еще не сносится не сразу. Да, пиздец какой-то, блядь. Ну, тут уже все. Да, ни хрена не весело вообще. Ну ладно. Хотя бы знаю, что есть у меня блок почему-то, откуда-то взялся. Да какого? Чё я не могу встать-то, блядь? Ну вот что сейчас было это? Да я блок вообще-то держу, ну ладно, окей. Нет, так нет.
чего за, блядь, пиздец? Да ты... Блядь, как это тупо. Вообще тупизм. Да ты, блядь, я далеко, иди ты в пень. Я далеко, сука. Не, и не снеслось, то есть получается не так, как я думал. Работает это все. Абсолютно не так. Да иди ты нахуй, блядь. То есть ему либо нужно не, либо определенное количество урона нанести, чтобы потом... Да, блядь, ты нормальный, блядь? Да как он, блядь, задевает? Я-то не там. Я-то, блядь, не там. Это, блядь, какой-то жесть, да? Один раз есть. Только я не понимаю, он не все время так действует. Этот раз. Это, блядь, это пиздец, а не главарь. Хули взял, блядь, ту хилку, если, блядь, он сейчас больше у меня снял. Сука, блядь, ну и хуйня. Ну да, конечно. Конечно, конечно. Где-то примерно, блядь, было точно так. Ну еще мне, куда мне, блядь, нахуй? Двадцатку сносит, просто ему похуй, он летит просто на меня, ему насрать. Ну, понятно. Куда деваться, я не знаю, куда деваться. Если я побегу вправо или влево, он начнет в меня стрелять. Если я остановлюсь, он меня схватит. То есть у него действия какие-то непонятные. Вроде у него действия были такие. Он подлетает и стреляет, но при этом он сейчас уже не так действует. Грёбаная улитка. Почему я сейчас его не завалил? Почему я, блядь, сейчас ему нахуй не снял? Уже второй выстрел. Второй, сука, удар был сейчас. Реально второй удар был. Ну и, блядь, и как? Пиздец, я только встал, блядь. Ёбаный ты пидор. И у меня все, у меня времени нету, чтобы, короче, уйти. И он, блядь, меня хватает сразу же. Ну, блядь, это пиздец. Какое-то уёбище, нахуй. Реально. Ладно. Жизни пока вроде есть. Почему я ему не могу второй удар снять? Вот, спасибо, блядь. Только это уже было, знаете, хрен знает когда. Блять, ну ты ебанутый. Вот, почему я сразу сейчас снял? Да. Ай, блять, как это тупо, блять. Максимально просто тупо. Опять то же самое делаешь. Ну, конечно ж, попадешь. А как же иначе, блядь? Сука, тварь. Ненавижу тебя, падла. Нет.
Меня сейчас нервы, этот чувак, не те. Дюпризм? Дюпризм, мой свет. Он все для меня. Никто не получит его, никто. Он пойдет со мной в мое измерение. С Дюпризмом я бессмертен. Однажды я еще вернусь в этот мир.